Приготовим луковый суп с сырной гренкой. Нарезаем лук перьями. Вот так. В сотейнике разогреваем масло и обжариваем лук на среднем огне до мягкости. Постоянно помешиваем. Затем всыпаем сахар, перемешиваем и увариваем до темного цвета. Вливаем вино и выпариваем несколько минут. Дальше я заливаю суп бульоном и варю еще где-то 20 минут. Нарезаем хлеб на крупные гренки и обжариваем с двух сторон на сухой сковороде. Порционно нарезаем сыр. Я использую сыр грюйер, но можно использовать обычный сыр. Разливаем суп по горшочкам, сверху кладем гренку и сыр. Отправляем в духовку на 5 минут при 180 градусах или пока не расплавится сыр. Второй вариант – запекаем гренку с сыром отдельно. Греночка мягкая, сыр тянется, луковый суп готов. Вот.